Здравствуйте, друзья! Вы знаете почти всех у нас в кадре. Ну вот, кроме, может быть, одного человека. Значит, у нас Марина Могилка. Так? Привет! Так, всем представляйте. Это моя мама. Мама. Светлана. Это мама Марины. Очень приятно. Зовут Светлана. Гостит из города Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. По питерской линии гостит. А мы едем, друзья, Светлана, естественно. Светлану да, все знают. Да. Ты тут недавно плясала так вдохновенно. Еще вот. Но я не знаю. Народ, всем понравилось. Позитив, позитив. Давала. Она долго не разрешала. За горло уже. А потом говорит, да ладно, говорит, ну я вот. Но настроение улучшилось. Мы едем по первому фигуре. Едем в интересное место, вы сейчас увидите куда. А тут мы вышли просто в придорожную торговлю. Так, пошли в придорожную торговлю, заглянем. Не то чтобы, друзья, нам что-то было надо, но мы подумали, вот, мы подумали, а что действительно, вам надо вас как-то развлечь. Вот, друзья, клубника, ничего кроме клубники пока нет. How much is rock? 250 baskets. 250 baskets, 2,50 за корзиночку. Понятно. Is it sweet? Yeah. Вот так, друзья, не собирались покупать ничего, потом попробовали. Обалденная клубника. Органическая. Да. И, ну и не без этого. Тут что-то написано даже на ней. Фамбринис, да? Название. Продюс, да. Ну хорошо, ладно, будем ехать в машине и есть клубничку.